سيد شوبروس لو اشترطت المرأة أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة. Говорит, является ли действительным условием, если женщина поставит условие перед договором бракосочетания о том, что она не будет передана мужу, кроме как в такое-то время. То есть говорит, мы заключаем с тобой акт бракосочетания, но в качестве передачи, то есть меня передадут тебе для, то есть половых отношений только, допустим, через месяц или только через два месяца и тому подобное. Или передадут тебе в твой дом только через такой-то срок. Такое условие является действительным или нет? Кала шейхул ислам рахимахуллах, говорит шейхул ислам ибн Таймия, каясуль мазхаб сахату. Говорит, каяс мазхаба, то есть аналогия на другие ответы, в других вопросах мазхаба, то есть подобных вопросах, является то, что это условие должно быть действительным. Каштирата ахира таслим фильбея валиджара. Как если, допустим, человек в торговых отношениях продает какой-то товар, но ставит условие, что он заберет деньги сегодня, но товар передаст только через неделю. Такое действительно или нет? Такое, говорит, действительно. То же самое иджара, то есть то же самое аренда. То есть человек, допустим, снимает какое-то помещение в аренду, но договаривается, что он сможет заехать в него лишь, допустим, через месяц и тому подобное. Имеется в виду, он за этот месяц платить не будет, но договор они уже заключили, но въезд в дом произойдет через полгода, или через два месяца, или через три месяца. Такое действительно или нет? Такое является действительным. То же самое говорит, что здесь. Вакамаля уштаратат анла юхриджиха мин дариха. И это подобно условию того, что он не должен вывозить ее из ее страны или из ее города. Знаешь, такое условие является действительным или нет? Такое условие является действительным. Его необходимо соблюдать. Далее.